принесла? Да. Пойдем. Она сегодня с нами, хоть это и против правил. Ну, начнем. Не время еще. Соня, не дрожи, выгоню вон. Именем Адоная, который сотворил ад. Именем Адоная, который сотворил ад. Заклинаю именами. Кадос, Кадос, Кадос. Именами заклинаю. Кадос, Кадос, Кадос. Повелители Жаи, Кантан, Анье. Повелители Жаи, Кантан, Анье. Заклинаю именами демонов, служащих властителю тьмы. Заклинаю именами демонов, служащих властителю тьмы. Князь тьмы, князь тьмы, князь тьмы, выйди, покажи себя. Князь тьмы, князь тьмы, выйди, покажи себя. Тебя иду искать. Я к вам как к лучшему адвокату. Игнат Демьянович, я сделаю все, что в моих силах. Уж будьте любезны, голубчик. Не поскуплюсь. Катенька у меня совсем еще ребенок. Такое горе, такое горе. Значит, встречаемся в этом самом проклятом доме и ждем, как его... Штольмана. Да-да, Штольмана. Ну, всего хорошего. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А что случилось? Случилось то, что... Витенька. В доме купца Курехина, ну, том заброшенном, была найдена его дочь Олимпиада с перерезанным горлом. Не приведи Господь такому случиться. Ну, а вместе с ней там были дочка Прохорова, Катя, и... Соня Молчалина. Барышни вызывали дьявола. Со всеми полагающимися атрибутами. Ножом, зеркалом,
Ну и вот. А что вот? Это что, дочь Прохорова Олимпиаду зарезала? Ну, пока там еще ничего не известно. Найдено только окровавленный нож и орудие убийства. Бедная девочка, такой кошмар. Все дело в том, что дочке Прохорова уже 14 лет, и если ее признают виновной, то ее отправят в исправительное заведение. Как странно. Что тебе странно? Прохоров этот странный. Как будто бы он скрывает что-то. Ну вот опять. Даже не вздумай. Ты меня слышала? Даже не вздумай ввязываться в это дело. Тебе так вон по ночам кошмары снятся. Мама, я вообще-то уже не ребенок. И с папой пойду. Да? А что? Что, если Прохоров действительно что-то скрывает? Это же для девочки опасно. Господь с тобой, Ваня, он же ее отец. А ты мой, поэтому я с папой пойду. Одна гимназистка зарезана, а две другие напуганы до смерти, но вины никто не признает. Знаете, Яков Платонович, я, откровенно говоря, не понимаю, какой мотив должен был быть у этих девочек. Кровь убитой на платье у обеих девочек, у Кати Прохоровой и у Сони Молчалиной. Да, но ведь трудно представить, что одна держала, а другая наносила удар. Очень бы не хотелось в это поверить. Так что по вашей части, доктор? Ну, здесь достаточно все очевидно. Удар был нанесен сверху, глубокая колющая рана. Такое ощущение, что кто-то стоял сзади. Наваждение. Но ведь такой удар вряд ли получится случайно. Да, Вита Брэдис, Арсидор Лонга. Жизнь городка, опыт обманчив, а наука обширна. Всего доброго, доктор. Я думаю, что все эти убийства – это не занятие для молодых девушек. Мам, я все знаю, что ты скажешь. А знаешь, тебя уже несколько раз видели в компании этого Штольмана. Встречались мы с ним исключительно по делу. Это какие могут быть дела у молодой девушки с полицейским? Мам, ну ты прекрасно знаешь, что это было за дело. К тому же господин Штольман к нам приехал из Петербурга. А говорят, что господина Штольмана уволили со службы из Петербурга за неподобающее поведение. Да? Ну и что же он такого сделал? Говорят, что он был замечен в курении опиума и посещение притонов. Мам, ну работа у него такая. Бывал там по долгу службы, по делам следствия. Господи, как ты можешь такое говорить? А зачем флейта? Играть буду. Анна, я прошу тебя. Анна, не уходи. После девочек в доме никто не появлялся. И что скажете, Антон Андреевич? Да что скажешь тут? Ничего не понятно. А по существу? Три гимназистки решили вызвать дьявола, и одна из них пала жертвой. Ну, нелепость. И что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что это очень плохая примета. Надо вызывать Анну Викторовну как можно скорее. Потому что здесь очевидно какая-то чертовщина. Да подождите вы со своей Анной Викторовной. Ну, не могли девочки убить свою подругу, Яков Платоныч. Здесь еще совсем недавно жили Курехины. Ой. Теперь вон чего.
что находится за этой дверью? Проклятое место. Что? А? Пап, а что стало с отцом Олимпиады? Повесился. Месяц назад. Даже записки не оставил. Ведь дела у него неплохо шли вроде. Стой. Ну вот, спустя время в этом же доме убивает его дочь. Очень да. Странно. Теперь пошли слухи, что, дескать, Курехин продал душу дьяволу. Именно здесь, в этом доме. Потому и дочь его убили, когда она сама пыталась дьявола здесь вызвать. Ты не вори поверишь во всякую чертовщину. Пап, а почему же вдова Курехина вместе с дочерью уехали из этого дома? Продать дом ей не удалось. Ну и жить в нем после самоубийства мужа она тоже не смогла. Ты вообще решила, что этот дом проклят. Ладно, пойдем. Ну вот, все в сборе. Господа, ну, кажется, мы не опоздали. Нет, нет, вы вовремя. Антон Андреевич, записывайте. Начинаем допрос по делу об убийстве Олимпиады Курехиной. Присутствуют свидетельницы Софья Молчалина в сопровождении отца, Екатерина Прохорова в сопровождении папеньки и адвокат господина Прохорова, господин Миронов. Это моя дочь, Анна Викторовна, мой ассистент. Давайте к делу. Ну, расскажите, девушки. Что же вам взбрело в голову в среди ночи срываться из дома? Дьявола вызывать? Меня посадят в крепость. Вот дуреха. Да кто ж тебя посадит, дурочка малолетняя? Давай, отвечай. Отвечай. Мы вызывали князя тьмы по книжке. Видно, он вам сильно понадобился среди ночи. И что было дальше? Зеркало стало дрожать. Он начал лезть сюда, к нам. И оттуда вырвался жуткий демон. Тьмя из тьмы! Выйди, покажи себя! Что с вами, барышня? С тобой все хорошо? Да. Простите, господа, дочь моя просто очень впечатлительная. Девочки, сядьте так, как вы сидели той ночью. А где сидела Олимпиада? Вот здесь. Анна Викторовна нам поможет. Покажите по порядку, как точно все происходило. А нож-то? Про нож-то скажи. Нож? А что с ножом? Свечи погасли. И он кинулся на Олимпиаду. Кто, демон? А то кто же? Потом вы зажгли спичку, а... А кто держал нож? Ты чего? Я только руку себе надрезала. Я его держала в руках буквально секундочку, а потом положила. А после? Потом мы ушли. Что нам оставалось? Например, позвать взрослых. Девочка кровью истекала, а вы спокойно ушли, легли спать. Яков Платоныч, девочки были очень напуганы. Она подлая была. И за это меня в крепость? Я ее не убивала. Я только руку себе надрезала и нож сразу положила. А кто-нибудь еще был в комнате? Чужой, взрослый? Да кто вы такой? Папа, как он смеет? Господа, мы оказываем излишнее давление на девочек. Хорошо, на этом первый допрос будем считать оконченным. Первый? А что будет еще? Непременно. Девочки, вы можете подождать на улице, а вас, господа, я попрошу остаться. Вы тоже можете задержаться, господин Миронов. Девочки, пойдемте со мной.
Пойдемте, пойдемте. А давно вы все это начали? В смысле вызывать? Месяц назад. Это все Олимпиада. Она все это затеяла. А я виновата осталась. А почему именно в этом доме? Липка сказала, что раз этот дом проклят, значит, здесь дьявол и живет. Заклинание вы из книги взяли. А книгу кто принес? Ну, она и принесла, Липка. И что? Все у вас получилось? Все получалось. Сначала мы услышали странные звуки. Потом половицы скрипели. А потом случилось это. Страшный призрак. Говорят, вы с Курехиным были партнерами. Дружили, насколько мне известно. А что же с ним случилось? А Бог его знает. Проигрался, говорят. А еще говорят, что повздорили вы с ним оба. Разорвали все отношения, прекратили все дела. А он повесился. Не понимаю, к чему эти вопросы, Виктор Иванович? Дочерям это никакого касательства не имеет. Это дела купеческие. Торговля совместно у нас не пошла. Вот. А теперь слушайте меня внимательно. Я медиум. И я знаю, на что способны духи. И знаю, что они будут мстить тому, у кого эта книга. И это будет страшно. Вам что, недостаточно того, что уже и так произошло? Она там, наверху. Принести можешь? Скажи, пожалуйста, Олимпиада, она искала с вами дружбу? Да, она и придумала это все только для того, чтобы с нами дружить. А еще у вас был какой-то сверток. Какой сверток? А? Какой сверток? Сверток лежал на полу рядом с зеркалом. А, его Липка зачем-то принесла. А теперь он где? Ну, когда Липка упала, мы с Катей убежали. Нам не до свертка было. А вы правда, что ли, медиум? Что-то не похоже. Вы же сами понимаете, насколько это опасно? Но мы не знали, что дьявол действительно существует. А теперь? Теперь у нас нет в этом никаких сомнений. Вам нехорошо? Нет. Вы так меня с ума сведете. Это вещественное доказательство, и я забираю это в интересах следствия. Да. Вы знаете, вы еще и сожгите. Я вам хотела кое-что сказать, но лучше давайте отойдем. Там было что-то еще. У девочек во время ритуала был какой-то сверток, а в нем какой-то предмет. Это вам девочки сказали? Можно и так сказать. Но послушайте меня, это правда очень важно. Вот этот предмет, это и есть ключ к разгадке. Яков Владимирович, ну, в самом деле, нельзя так. Они ведь все-таки дети. Между убитой и этими двумя девочками, видно, никогда большой дружбы не было. Ну, не было и не было, и что с того? Это же не повод убивать. Ну, сами подумайте. Что было бы, если бы все девичьи ссоры заканчивались поножовщиной? Честь имею. Нужно тебе сказать, что ты ведешь себя крайне неосмотрительно. Секретничать на виду у всех с неженатым мужчиной. Папа, мы с ним исключительно по делу разговаривали. Да что ты? И что же это? А вот это я не могу вам сказать. Потому что вы, папа, адвокат противной стороны. Сочувствую вашему горю, понимаю, как вам сейчас тяжело.
но времени ждет, должен найти убийцу, только поэтому и решаюсь побеспокоить вас. Да, я понимаю. Вы не вспомните, с кем ваша дочь встречалась в последнее время? С подругами. С кем еще встречаться-то? Ну, может быть, новый друг объявился? Друг? Какой друг? Но кто-то ведь надоумил ее заняться этой черной магией. Не могла же она сама до этого додуматься. Не было у нее никаких друзей. Она и с девочками из класса-то совсем недавно сошлась. А откуда же у нее тогда эта книга появилась? Ума не приложу. Первый раз вижу. А Олимпиада не получала в последнее время каких-нибудь подарков? Какие подарки? От кого? Ну, какую-нибудь вещицу, статуэтку, украшение. Нет, нет, что? Вы уже обыскали комнату дочери? Я должен вам задать этот вопрос. Почему ваш муж покончил с собой? Несколько дней он был подавлен, озабочен, как будто его что-то мучило. Но он со мной не делился. Я думала, что-то не ладится в торговле и не докучала вопросами. И вот больше я ничего не знаю. Вы простите нас, если появится... Вопросы, мы вынуждены будем вас беспокоить. Что теперь? Как мы будем вызывать его без книги? Никак. Я в этом больше не участвую. Неужели тебе не интересно? Ты что, совсем дура? Он Липку убил, мог бы и нас с тобой зарезать. Олимпиада это придумала. Вот он ее убил. А где сверток? Не знаю. Я не брала. Это ты его спрятала. Как я? У меня его нет. Это ты. Я к нему даже не прикасалась. Вот и ясновидящая про него все спрашивала. Была бы ясновидящая, не спрашивала бы. Знать бы еще, что в нем. Довожу до вашего сведения, что по запросу о деле об убитой девочке... Войдите. Вечер добрый. Я к вам, Яков Платоныч, по личному делу. Это Коробейников, мой помощник. Он принимает участие во всех расследованиях. Очень приятно. Но мне бы хотелось лично. Антон Андреевич, подождите в коридоре. Позже закончим. Да. Понял, это что, улики? 300 целковых. Если вы все спишете на случайность. Вы что задумали? Уберите. Не попрезгуйте, ваше скобродие. Катенька, она, видимо, вся в мать пошла. Кровь цыганская. Та тоже чуть что, сразу за нож хваталась. Пьяному мне однажды, знаете, чуть горло не перерезала. Жаль. Быстро сгорело. Чахотка. Вы не побрезгуйте.
Деньги заберите и покиньте кабинет. Забирайте, забирайте. Вы бы коней попридержали? Вы в городе без году неделя. Дадите делу ход, пеняйте на себя. Всего доброго. Ох, он и выскочил, будто черта увидал. Да вас тут в городе куда ни плюнь, то черта Бафомет. Спаси Господь. Ох. Дух Олимпиады явись. Дух Олимпиады явись. Дух Олимпиады Курёхина явись. Дух Олимпиады Курёхина явись. Скажи мне, кто-то еще, кроме твоих подруг, был в том доме? Это он тебя убил? Проходи. Давно не видел тебя. Очень много дел. Ну, я понимаю, да. Понимаю, практикуешь. Моего совета совсем перестала спрашивать. Не доверяешь больше? Да ты что? Я тебе очень благодарна всем твоим советам. Анет, знаешь, что я подумал? Что? Не съездить ли нам с тобой в Петербург? В Петербург? Ну да, как хотели, вдвоем. Я бы тебя ввел в общество спиритов. Я ведь там не последний человек. Познакомил бы с нужными людьми. Это было бы очень полезно. А что этот город? Что за тон? Ну, конечно, тесен для твоего дара. А я здесь тоже закис. Что ты скажешь? Я не знаю. Здравствуйте, пожалуйста. Всегда хотела и что? Ну, может быть, не сейчас, позже. В Петербурге нету господина Штольмана. Ладно, господин Штольман здесь. Ты что, вовсе не в Штольмане дело? Аннет, послушай меня. Ой, ты с этим господином Штольманом поосторожнее. Знаешь ли ты, что с ним в Петербурге произошел один очень скверный инцидент? Была замешана женщина. Какая женщина? Дуэль. И чиновник по особым поручениям департамента полиции сослан в провинцию. Этот господин Штольман? Дамский угодник? Нет, не может быть. Штольман, он такой... такой... серьезный. Так одно другому не мешает. Ты знаешь, серьезные господа, они могут быть... Мне нужно уйти. Куда? Ты же поможешь? На ночь глядя. Ну, мне очень нужно, правда. Ты чем собирался вечером заняться?
Хотел пасьянс выложить. Одно другому не мешает. Вы как сюда попали? Дежурного не было на месте. Ратазия, вы зачем пожаловали? Катя Прохорова не убивала Олимпиаду. А вы почему так думаете? Не Олимпиада сказала. Анна Викторовна, я прошу вас. А еще она сказала, что ее убил дьявол. Вы знаете, я не верю во всю эту чертовщину. Но неужели вы ничего не чувствуете, когда берете в руки эту книгу? Яков Павлович, когда я... Я как только дотронулась до нее, я дышать не могла, так много зла в ней. Яков Платоныч, пожалуйста, я умоляю вас, пойдемте в тот дом. Там действительно нечистая сила, и разгадка тоже там. В любом случае, сейчас ночь, и мы там ничего не найдем. Домой идите, вас наверняка уже родители потеряли. Это невыносимо. По крайней мере, мы можем быть уверены, что она не вызывает духов. А тебе не кажется, что наша дочь особенно плохо сегодня играет? И прошу заметить, эти дурные привычки она переняла от твоего брата. Сначала эти духи, теперь эта флейта. Ну, давай поговорим об этом. Анна Викторовна, зачем вы все это делаете? Я знаю, что я могу помочь вам. И девочкам тоже. Вы не сочтите за браваду, я позволил себе рюмку коньяка. Но, если честно, вы интригуете меня. Умная, образованная, красивая. Еще и медиум. Говорят, всех женихов отвергаете, откуда вы только взялись в этой глуши. Имела счастье здесь родиться. Да нет, нет, я не то хотел сказать. Вы просто не похожи на девушку из Затонска. Я надеюсь, это комплимент. А теперь я вас спрошу. Как вы оказались в нашей глуши? Это длинная история. Говорят, что в Петербурге вы были чиновником по особым поручениям. Говорят, что был, но... Ну, это неинтересно. А мне очень интересно. А еще говорят, что
что столицу вы оставили из-за женщины. Вы оставили ее? Столицу? Женщину. Ну да. Совсем оставили. Сатана! Антон Андреевич! Какого черта вы здесь делаете в этот поздний час? Прошу прощения, протоколы вот поднакопилось. Анна Викторовна, я... Добрый вечер. На сегодня я закончил, с вашего позволения. Нет, подождите. Хорошо, что вы пришли. Вы проводите Анну Викторовну домой. С превеликой радостью. Всего доброго. Всегда рад вас видеть, Анна Викторовна. И тут уж, Анна Викторовна, аут Винцера, аут Мори. Или победить, или умереть. И Яков Платоныч говорит, бросай топор, я попадаю в муху с 10 шагов. А тот пьяный орет что-то и идет на Якова Платоныча с топором, а Яков Платоныч стреляет ему в ногу и попадает. И кость даже не задел. Тот падает и замирает. Ой, вы точно влюблены в него. Яков Платоныч, Яков Платоныч. Ну, скажете тоже. Просто Яков Платоныч, он... Да я знаю. А что за история у него в Петербурге вышла? О, дуэль. Расскажите. Из-за женщины. Ну, подробнее. Вы знаете, я подслушал разговор Артюхина, это наш полицмейстер. Случайно, разумеется. Так вот, я тогда не знал еще Штольмана. Яков Платоныч... Свой выстрел благородно направил в воздух. А противник стрелял в него и ранил. За это Якова Платоныча понизили в чине и выслали к нам. Будто у нас Сибирь какая. Вы думаете, что это все правда? Разумеется. Я в этом абсолютно убежден. Видите этот дом? Вижу. Я сейчас туда войду. Вы со мной? Яс? Анна Викторовна, существует ли такая необходимость? Впрочем, разумеется, я с вами. Или, может быть, в другой раз, Анна Викторовна? Анна Викторовна. Анна Викторовна. Анна Викторовна. Давайте уйдем. Тихо! Дух Курюхина, ответь мне. Дух Курюхина, тебя убили? Это из-за твоих друзей? Стой! Стой, не шевелись! Нет, стой! Ну, догоните же его! Ну, бегите! Стой, Григория!
Эй, ты! Стой! Полиция! Стой! Стой, тебе говорят! Открывай, полиция! Открывай немедленно! Кто такой? Дворник. Дворник я. Чего делал в доме заброшенном? Дух Курюхина. Ты еще здесь? Скажи мне, это был твой убийца? Ты не знаешь? Духовидица. Кто тебе Курюхин сказал? Что он сказал? Помогите! Давай за мной. Живо, живо! Скорей! Нет никого, упустили. Так вот, заметил я, кто-то в дверь. Шесть! Ага. Пошел посмотреть. Поднимаюсь по лестнице, а тут ваше благородие как зарут. Полиция, полиция! Ну, я бежать. И чего бежать-то, если полиция? Оттого и бежать, что полиция. Мало ли, доказывает потом. Дубова, ты башка, из-за тебя преступника упустили, и Анна Викторовна пострадала. Как хоть он выглядел? Да не разглядел я в темноте. Тень одна. Вот ведь, не заметил. А куда скрылся он, заметил? Да мало ли, тут и черный ход есть. Да и дыр уже понаделали. Скажите мне, пожалуйста, а может быть, пару дней назад рядом с этим домом вы видели что-то необычное? Видел. И рядом с домом, и в самом доме. Что видел? Нехороший этот дом. Привидений в нем полно. Ходят от окна к окну. Светом светят. Воют, как волки. Даже плачут детским плачем. Допустим. А живых видел кого-нибудь? Девочку видел. Позапрошлой ночью. Девочку. Лет 13? Не меньше. Я уже все дворы запер, а этот двор последним запираю. Вот так все оно и было. А что вы говорите, в руках у нее было? Да не заметил я. Сверток какой-то. То есть пойти ночью за незнакомцем в пустой дом с... То есть пойти ночью в пустой дом с привидениями, вслед за незнакомцем, он не испугался? Не, да. А когда закричали «полиция», он испугался и побежал. Это действительно в высшей степени странно. Но, что из этого следует? К чему бы это? Только одно. Он хотел встретиться с этим незнакомцем. Да. А! Вы пришли? Да. Спокойной ночи. Добрых сновидений, Анна Викторовна.